20 марта, куда мы едем? Город Краснодар, ресторан «Ривьера». Ждать тебя на берегу, перестань! Это есть же дневник в городе Владикавказ. Зачем уходишь от меня, ты пойми, я все равно люблю тебя. Сегодня 27 февраля, и это значит, мы в городе Владикавказ. И сейчас будет маленький опросик такой. Салам, пацаны, что вам, как вечер лезгинки, как вам пироги там с зеленью? Все шикарно. Эти дни уйдут из жизни навсегда. Вот вам, Асса Стайл, больших успехов в дальнейшем. Вы всегда выступали вот прекрасно, на высшем уровне, можно сказать. Зажигательный вечер сегодня получился у вас. Сколько раз ты сегодня танцевал? Я просто не умею так потанцевал. Ты 3 раза танцевал, да? Ты тоже не танцевал? Нет. А ты танцевал сегодня, брательник? Не, брат. Не танцевал? Сейчас мы... Зачем уходишь от меня, ты пойми? Ой, отлично просто, вы молодцы, ребята. Я вам желаю удачи и больших творческих высот. Я вообще первый раз на таком вечере, но, по-моему, не было таких вечеров. Вот вы первый, наверное, кто такой вечер сделал. Ну, шикарный, молодцы. Я думаю, не первый, не последний раз. Так и знал, что ты сейчас ко мне подойдешь, честное слово. Пару слов, вот как тебе вечер лезгинки? Че, можно на стиском отвечаю сказать? Вот. Давай, спасибо вам пару слов. Да, давай, да. Васарамон табировать, кербамбал дышит. Посчитали нужным прийти, приехать к нам. И вот устроили праздник, большое вам за это спасибо. А составил всегда в тему. Васарамон табировать за бахоты на... Все великолепно, все нравится. Шикарный вечер, от души, да? Красиво танцуете, прям очень приятно. Первый раз здесь, прям душевно, прям вот душа, вот она там, на танцполе, да? Не могу, да, но всей душой я там, от души, очень приятно. Все шикардяу. Вечер лезгинки в исполнении Асса Стайл. Это, наверное, то, о чем мечтают мои дети, кого я обучаю. Но, к сожалению, их сегодня здесь нету, и здесь есть я. Все позитивно, все отлично, все круто. Уровень тот, на который я и рассчитывал. Планку не сбавляйте, молодцы пацаны, вам за это респект. Моим ребятам есть к чему еще расти, я их воспитаю. Я думаю, что через пару лет к вам в команду еще кто-то зайдет, уже из моих ребят, кого я воспитаю, потому что у них цель попасть в Асса Стайл. У них это вот прям, не знаю, мечта всей жизни, наверное. Вот он, у меня пацан, 5 лет тренируется, он говорит, вот я вырасту. Единственное, куда я перейду, это у вас... Ансамбль какой ансамбль? Царгасарт. Царгасарт? Царгасарт. Царгасарт. Всем салам, пацаны. Ух, Ира Таражма. А вам, пацаны, от всей души желаю дальнейшего процветания, дальнейших успехов. Не сбавляйте планку, потому что мои пацаны на вас равняются. Очень сильно понравилось ваше выступление. Живем в Инстаграме, смотрим везде. Очень все красиво и дух захватывает прям. И хочется выразить то, что такие эмоции свои непередаваемые. Ну, честное слово. Я прям вот в восторге от всего этого. Максимальной популярности и дикой скромности. От души, от души.
знаете, что вы делаете? Вы делаете то, что не могут многие. Вы делаете объединение всех наций и народностей в России. Дай Бог вам здоровья, спасибо вам большое. Вы частичка каждого народа по чуть-чуть. Без дружбы народов нету нашей единой России, нету нашей Российской Федерации. Спасибо вам большое, что вы культуру несете в массы народа, в народ. Всех благ вам. Желаю вам дальнейших успехов и творчества в творчестве. Басарамон Бировод Бужник, Гай Тармана Махамка Шартаиш, на Кавказе Мидет, Каста Шахи Автовдишнс, Мана Юмазинат, Югон, Юмачи Каразил, Авто Каразил Кутхасам, Макарази Кутдамаем, Юйтхей Тохканут, Тохтаканут была, Тахдауканут Уман. Махсау жагат его кухо запахает дартадр, куда бантыша, яха маха махсау балабанка. Вот сарабон бирвот, бужин. Сколько раз танцевали сегодня? Танцевали много, вечер лезгики вообще просто потрясающий. Очень вас ждали, поэтому спасибо большое. Спасибо вам, то, что вы пришли. Я вот смотрел, вот этот молодой человек вообще не танцевал, по-моему. Это у меня вот, не знаю, вот... Для меня больше доставляет удовольствие, на самом деле, наблюдать за танцами национальными. Сам я, к сожалению, никогда не танцую, но, надеюсь, наступит время, когда я буду танцевать. Для меня было большим удовольствием увидеть вас. Потому что я давнейший фанат вашей шоу-группы. И мне на самом деле было с удовольствием понаблюдать за вами. Дай бог, последующие продолжения вечера обязательно за вами понаблюдаю. Мне очень приятно вас видеть. Дальнейшего карьерного успеха, роста, блистательных выступлений. Ну и главное, в это темное время здоровья вам. Самое главное, чтобы вам хватило сил дальше выступать и радовать нас. От души очень приятные золотые слова. 20 марта, город Краснодар, ресторан «Ривьера». Мы едем. Город Краснодар, 20 марта, ресторан «Ривьера». Классно танцуют все профессионалы, все очень понравилось. От души, от души. Сразу залетели на танцпол, очень нравится, все очень приятно, что могут несколько народностей объединиться, вместе танцевать, это очень классно, приятно. Что я хотела сказать, Влад? В общем, это все круто. 19.00, ресторан «Ривьера», город Краснодар. Город Краснодар. 19.00. Краснодар. Краснодар. Всем большое спасибо. До встречи 20 марта в Краснодаре. Голосуйте, пишите, в какой город мы приедем. В Инстаграме у нас вас оставили на Ютубе. В любой город мы приедем, в любой город. 10 городов России, не только России, мира мы туда приедем.